Батюшки мои, да это ж игра по Adventure Time! Дракосфера, давайте сыграем! Джейк оставил свой телефон с камерой в Найтосфере! Заберите его и покиньте, сбегите оттуда до того, как Финн и Джейка сожрут демоны! Конечно, мы спасем этот телефон! Ведь в нем столько номеров жителей У. И в нем столько всяких. Все, плей, наконец-то, мне больше ничего не надо придумывать. Так. Я знаю, как играть. Вперед, мой верный пес! Оп-па-пы! Хо! Ваша! Сердце! Так. Летим, летим! Монетки! Собирай монетки, покупай конфетки. Но зачем их покупать, когда их можно своровать? Воу! Так. Здесь нужно быть осторожнее. Блин, что за мерзость? Они собирают настоящие сердца. Сердцееды. Похитители сердец. Финн и Джейк. Подлые твари. Так, осторожно, шипы. Ау! Ничего, у нас есть еще целых 2 сердца. Так что нам все беды нипочем. Отлично. У нас снова 3 сердца. Максимум 3 сердца. Значит, те, которые они собирают больше 3, они их куда-то девают. Хотелось бы знать, куда. Мы нашли сундук. Еще 2. Хотя мы пришли не за сундуком, а за телефоном, но все равно. Эти штуки, наверное, чекпоинты. Ну, я надеюсь, что это чекпоинты. Хотя эта игра пока не кажется мне особо сложной. Так что, быть может, чекпоинты нам вовсе и не понадобятся. Ау! Нет, они, наверное, правда нам не понадобятся, потому что здесь на каждом углу валяются сердца. Кто-то решил стать бессердечным, поэтому раскидал их повсюду. Так, осторожно. Монетка! Ау! Так, всего на уровне 300 монеток. Но я не собираюсь их собирать все. 106 вполне хватит. Так, play again, меню, зачем мне play again? А, вот в чем тут дело. Нужно собрать 200 монет, чтобы добраться до следующего уровня. Ну, окей. И все, что я до этого собрал... Нет, все, что до этого собрал, уже исчезло. Окей, собираем монетки. Монетки. Идите сюда, монетки. Я ваш повелитель, я ваш лорд. Маха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. О, я всадник на желтом псе. И вам не уйти от меня! И тебе тоже, сердце! Я сожру тебя! Потому что у меня уже и так 3 сердца! Вместо того, чтобы отдать нуждающимся, я просто сожру его! Оно будет переварено в моей кишке! В моей огромной собачьей кишке, которая растягивается, как и я сам! Я держу этого мальчишку! Жители Найтосферы, я ваша судьба, и я несу разрушение. Со мной мальчишка с кинжалом. Йо! Так, кто там кидает со стрелами? Кем вы себя возомнили, черти? Хвопа! Так, я пропустил там кое-что. Снова сундук мой. А, в сундуке же тоже монеты. Интересно, сколько? Так, 10 штучек, что ли? Сначала возьму сердце. А, хотя зачем? У меня же и так их 3. Теперь пора прыгать! Воу-воу-воу-воу-воу! Блин, одним пальцем играю. Потому что второй, к сожалению, сейчас не совсем
поддается нажатиям. Ведь мне там вырвали ноготь, можете себе это представить? Мне вырвали ноготь! Но об этом лучше сейчас особо не глагольствовать, потому что кому интересно слушать, как кому-то вырвали ноготь? Уж точно не мне. Давайте лучше соберем побольше монет. Нам еще осталось около 70 штук, чтобы пробраться на следующий этап. И потом, на следующем этапе мы соберем еще монеты для того, чтобы пробраться на следующий, более следующий этап, где уже мы найдем этот злополучный телефон, который потерял наш пес, который может растягиваться. Блин, как я мог проиграть в этой детской игрушке? Ну ничего, у нас же есть чекпоинт, о которых я раньше говорил нехорошие вещи. Чекпоинт, я тебя люблю. Официально заявляю. Блин, почему он не раскрыл парашют? Как в том анекдоте. Не, зачем я опять взял сердце, когда у меня и так их три? Товари! Ее сын дух мой! Да. Так, нам надо как-то, наверное, туда попасть. А, или нет? Главное здесь не наткнуться ни на что. И собрать все монетки, чтобы отнести их на монетный двор. Еще немного. Нет. Блин, еще довольно много. Такс. Но ничего, мы все смузим. Где же эти монеты? Я точно видел, они там были внизу, но как туда пробраться, я не знаю. Поэтому пойдем назад. Ау! Надо быть более осторожным. Так, наверх не получится. Ну ладно. По крайней мере, возьмем сердце. А что у нас тут? А, нет, отсюда мы, скорее всего, пришли. Ну ничего, одно сердечко дополнительное нам совсем не помешает. А вот там я все собрал уже. Да. Блин, где эти чертовы монеты? Где мое золото? Где мое золото? Ты! Ты сюда! Мне нужно сердце, мне нужно золото! Сердце говорит одно. Но мне нужно золото. Да, Adventure Time. А еще я помешан на золоте. Где оно? Нет, не видать мне сегодня золото. Ладно, бежим к концу уровня. Там что-то по-любому должно быть. Ах ты, маленький. Маленькая, еще один. Прыгают, блин, со всех сторон. Так, у меня последняя жизнь, надо быть очень аккуратным. Хотя чё, у нас тут же этот есть чекпоинт. Но вдруг у нас не бесконечный запас жизни, что тогда? Тогда я просто забью на эту игру и буду играть в другую. Нет, у нас всё-таки, наверное, у нас бесконечные жизни. Итак, у нас, как и раньше, 180... О! Ага! Кажется, я понял. Можно проломить здесь пол. Не так ли? Да, только вот зря я это сделал. Так, возьмем сердечко. И проломим пол нафиг. Е-е-е! Отлично, наконец-то. Наконец-то я допер. Так, еще три монеточки, и можно сваливать из этого ада. Все. Алчность меня не загубит, я не пойду дальше, отвалите. Пам-парам-па-па-па-пам-пам-парам-па-па-па-пам. Я всадник на желтом псе. Бойся меня. Чуть не напоролся. О, еще монетки. Нет, все-таки алчность взяла верх надо мною. И мы набрали 228 монеток, е-я! Такс, открываем. Эй, что за дела, там же
Там же надо было 200 монет, а не 300. Или я что-то перепутал? А, все нормально, мы уже типа открыли, теперь можно здесь играть. Итак, квест за монетами начинается. Adventure time! Пропустили, пропустили. Все, летим дальше. Пим-пим-пим. Сердце мое. А что там, на монетках изображен Финн? Кому пришло в голову клепать монеты с Финном? Что это за больное место? Ублюдки! Блин, на этот раз нужно 300. 300, 300, 300! От соседа тракториста, ахахахахах! Лау! Уровень все запутаннее и запутаннее. Карта бы совсем не помешала. Но так можно и потеряться. А потеряться в аду — это последнее, что я хотел бы пережить. Уж поверьте мне. Ладно, пробьем пол, пробьем пол, пробьем пол, пробьем пол. Черт! Обжегся! Приключения зовут! Блин! Yes! Еще одно сердце в моем кармане. Мне нужно еще одно сердце. И потом еще одно, а с остальным можно уже и кушать. Можно приготовить вяленое сердце. Можно его пожарить или запарить, или заморозить, а потом вообще разморозить. Ахахахаха. Или сделать сэндвич с сердцем. Получай камень. И вы тоже получаете. На! Так, 115 монеточек уже есть. Еще примерно 200, чтоб про запас было штук 15. Опа! Эта игра будет похлеще, чем Doom в свое время. Монстры валятся на меня! С такой внезапностью, что я просто-напросто откладываю кирпичи! Красные кирпичи! Красные, как это место! Так, здесь лучше притормозить. Мне не нравятся вот эти торчащие штуковины. Хотя кому они могут вообще нравиться? Тому, кто их здесь поставил, вот кому. Слушайте, знаете, что я скажу? Игра вполне так себе качественно сделана для флешечки. Хотя, ну да, много довольно времени прошло с того времени, когда флеш-игры были супер популярны и такого качества они вроде бы не добивались. Но тем не менее, эта игра вполне может компенсировать отсутствие различных тайтлов, связанных с Adventure Time, для приставок. Ну, не считая того, для Nintendo DS. Я в него, кстати, не играл. Жду аккумулятор новый для своей DS-очки. О, черт! Продолжим! Так, ладно, у нас на данный момент есть почти 200 монет с того раза, как мы сдохли. Точнее, сохранились. Сердечко. Ну, вроде я не заблудился, по крайней мере. Так, идите сюда, прыгайте. Под мой кинжал. Нелепые твари. Создание сатаны. Выродки. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Парень верхом на псе вас всех порешает. Блин. Блин. Отлично, сердце есть. Ума не надо. Ведь правда я... Правильно я сказал, сердце есть, ума не надо. А уж если у меня 3 сердца, то про мозги можно вообще забыть.
Как туда попасть, черт возьми? Черт возьми, черт возьми. Ладно, черт с ним. Хватит повторять одно и то же, ребята, вы меня уже начинаете подбешивать. Я, конечно, люблю приключения, я люблю время приключений, но, блин, надо знать меру. Монетки, монетки! Нет, 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 блин, какого черта? Я не хотел возвращаться. И теперь все заново придется собирать. Или же нет? Ладно, попробуем просто дойти до конца уровня, особо не собирая каждую долбанную монетку. Будем надеяться, что то, что я собрал в прошлый раз, сохранилось все-таки. А если не сохранилось, то я посылаю эту игру нафиг и попробую что-нибудь другое, потому что мне уже немножко поднадоело. А ведь на этом сайте Cartoon Network еще куча замечательных, я думаю, замечательных игр, которые стоит опробовать. И не только по Adventure Time, но много почему. Включая, например, обычное шоу, мое любимое. Или Powerpuff Girls, или Лаборатория Декстера. Да вообще много почему. Там даже есть какие-то клевые гонки трехмерные, где доступны разные персонажи. Такие, знаете, в стиле Марио Карта. Так, все, я сказал себе не обращать внимания на монетки, просто дойди до финиша. И либо жадность меня погубит. Фух. Парашют. Мой пес это парашют. Как такое приключиться могло? Так, это я хоть вообще туда иду? Ну, нет, не туда. Так, до конца уровня я по-любому наберу 100 монеток, а в прошлый раз, когда я закончил, у меня как раз было в районе 200, так что вполне на следующий уровень должно хватить. Выход где-то здесь был вроде. А, нет, дальше. Но он был точно в левой стороне. Получайте! Блин, ложный проход. Опять ложный ход. Что ж за лабиринт-то такой? Так, вот точно выход, отлично. Еее! 130 из 300. Ну и чё за дела? А, вот, открылся третий уровень. Да. Ну, наконец-то, неужели мы найдем то, что искали и зачем мы спустились в эту преисподнюю? Неужели, неужели мы найдем телефон Джейка? Заветный телефон! Телефон! За телефоном! Мы бежим, идем за телефоном! Да, только в этот раз опять придется собирать все. Фух, чуть не накололся, чуть не напоролся, чуть кишки мои не распоролись. На! На! Сундук принадлежит мне! Пойдем-ка выше. Ты в кого-то швыряешься, получай, пада. Ага, я вижу камень, который можно разбить. Но мы же отсюда пришли, разве нет? Скорее всего, да. Но хотя бы мы забрали монетку недостающую. Так что, ничто не зря, друзья мои. А вот жизни у нас остается совсем чуть-чуть. И я начинаю беспокоиться в который раз. Но я ловлю себя на мысли, что все будет хорошо. Особенно, когда мы нашли сердце. Отлично. Там вроде внизу что-то было еще, а? Да, так и есть. Yo, I'm getting high. Шутку не все поймут, но оно того стоило. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, ай, ай, я слишком high. Вот тут бы перепрыгнуть
Ну, наверное, не получится, лучше сверху сейчас пройдем. А, нифига, сверху мы не пройдем. Тогда будем прыгать. Не зря Джейка тренировали лошади на ипподроме. Хотя такого не было. Получай камень! И ты получай! Так, блин, мы еще не собрали даже сотню монет. Давайте, идите сюда. Навстречу своей смерти. В лице меня и моего пса. Я ворвался в ваш дом, чтобы ограбить вас и забрать ваше сердце. Жуть какая. На! И ты тоже на! На-на-на-на-на-на-на-те! И себе тоже! В окопы! В окопы, Джейк! Я сказал, в окопы! Ну, давай! Вот так, в окопы! Ладно, пошли дальше. Из окоп! Я плохой коп! А ты хороший коп, а я плохой коп! Фу, о, черт, вот это было больно. 148 монеточек. Еще почти столько же, и можно считать, что игра пройдена. Хотя на прошлом уровне, на прошлых уровнях мы же ничего не собрали. В смысле, не ничего не собрали, они собрали необходимое количество монет, а именно 300 штук. Так, что-то мне не нравится вот это. А, хотя нет, все нормально. Я зря беспокоился. Эти ребята с сундуками, видимо, не понимают, что обречены на смерть. Я бы их оставил в живых, но они держат то, что принадлежит по праву мне. Монеты с изображением лица мальчишки в капюшоне, точнее, в шапке. В шапке с ушами. На! Так, и нам еще... Нет, только не на выход. Побродим по аду еще чуть-чуть. Соберем золотые кругляшки. И будем таковы. Что-то подсказывает мне, что они наверху. Но вот как туда попасть? Я не знаю... Вот как туда попасть. Точно. А, нет, не точно. Блин. Короче, не хочу возвращаться. Не сдавайся. Блин. Откуда я пришел? Отсюда? Или же наоборот, оттуда? Наверное, все-таки оттуда. Короче, надоело мне играть. Дойду сейчас до выхода, дальше уж будь что будет. Надеюсь, что там все-таки найдут они свой поганый телефон. Больно он им нужен. Если это, конечно, не Siemens M65. Ух, за него я бы убил. За него я бы тоже попал, прогулялся по аду. Ведь этот телефон офигенен. Так, отсюда мы пришли, как всегда. Или нет? Я запутался. Ау! Блин, я запутался. Черт с этим! Все, в общем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все такое. И, возможно, я буду выкладывать здесь летсплеи других игр с Cartoon Network. Ведь это так весело! Ведь вы сами не можете зайти на сайт Cartoon Network и поиграть, и вы обязательно должны смотреть, как я играю, балбес эдакий!